В лесных массивах на территории Сарова живут 4 медведя. Крайне редко они выходят к людям. В последний раз дикого зверя заметили около Аргинского водозабора. Шансов увидеть медведя у нас – это просто невероятный. Это кто-то, вот, может, 1-2 человека увидел случайно, перешел, он промелькнул, ну и пока. Как рассказывает Константин Амельченко, медведи на людей не охотятся. Они боятся человека и стараются избежать контакта с ними. Но если вы будете проявлять агрессию в отношении зверя, что-то кидать в него, наступать, он может пойти в атаку. В таких случаях хищник бьет своего противника лапами, а это смертельно опасно. Подобных прецедентов на весь мир насчитывают порядка 300. Просто у него удар мощный, ему не нужен человек есть. Человеческие жертвы – это не его питание. Вот, а питание – тьма, как человек, корешки всякие там, падаль. Медведи питаются мясом морских зверей. Когда еды достаточно, животное ест только жир, особенно зимой. На переваривание мяса медведю нужно много энергии. Если косолапому попадется туша мертвого оленя, песца, он не побрезгует полакомиться. Чтобы для человека встреча с буром не обернулась трагедией, нужно соблюдать простые правила. Если вы встретили в лесу медведя, то не смотрите ему в глаза. Поднимите руки вверх, чтобы казаться выше, и маленькими шагами отходите назад. Если медведь не уходит, то громко начните говорить или кричать. Может быть, тогда он испугается и оставит вас в покое. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.